7 июля во дворе дома номер 5 по улице Отрадной состоялось собрание жильцов, дома которых обслуживает управляющая компания «Свияга-10». По мнению жильцов домов Отрадная 3, 5, 7, 9, председатель ТСЖ Учускин Виктор Андреевич 4 года взимает с квартиросъемщиков оплату по тарифу, а в теплосеть отправляет отчеты по счетчикам, тем самым незаконно удерживая деньги жильцов. Также жители обвиняют ее в самовольном завышении тарифов. Подъездок, смотрите, что происходит. Я, конечно, не буду за все подъезды голословно говорить. Вот про свой подъезд могу. 45/1, шел на 7 подъезд. Когда там какие уборщицы, я и глаза уже не видел. На протяжении долгого времени собрание жильцов не проводилось, и люди не могли получить ответы на свои вопросы личного председателя. В 2011 году жильцами была направлена жалоба в Следственный комитет по улице Ленина. На данный момент жалоба удовлетворена и перенаправлена в районный суд. Согласно жилищному кодексу, люди, которые находятся в правлении, не должны иметь, значит, трудовых отношений с ТСЖ. Или они могут быть членами правления, или работать по трудовому соглашению. Передо мной закон от 4 июня 2011 года. 10 дней назад вступил в законную силу. Член правления товарища собственников жилья не может совмещать свою деятельность в правлении товарищества с работой в товариществе по трудовому договору, а также поручать доверять другому лицу и иным лицам возлагать на него исполнение своих обязанностей члена правления. Федосеева Лидия Викторовна, экономист и член правления. Закон говорит, не имеет права. Следующий вопрос. Вы все тут что, собственник? Следующий вопрос. Учускин Виктор Андреевич, председатель ТСЖ и управляющий компании. Он по трудовому договору работает, получает заработную плату. Не имеет права. Вы же как юрист, наш юрист, ТСЖ, вы должны об этом знать. Чего не работать знаю, на да. хозяйственной работе управляющим. Есть два предложения. Или переизбрать тех членов правления, которые не имеют права быть в правлении, или переизбрать полностью управление. Полностью. Полностью. Кто за это предложение? Собрание закончилось решением переизбрать председателя заочно путем сбора подписей.